Так быть не должно. Нельзя из года в год брать бронзу и быть довольным. Гомель не становился чемпионом с 2003-го, не играл в финалах с 2009-го. Каждый сезон одно и то же. Находится вереница причин, объективно-субъективных, оправдывающих очередное третье место. Вновь обозначаются высокие цели, предпринимаются меры, меняются тренеры, корректируется состав. Но движение вперед не происходит. Значит, делается что-то не так. Значит, генеральная линия неправильна. Пожалуй, революции ожидать не стоит. Вы знаете нашу позицию, как бы мы никогда, как я уже говорил, не пользуемся теми методами, чтобы, скажем так, глобально пригласить всех ведущих игроков чемпионата Республики Беларусь только для того, чтобы ежемоментно получить результат. Нас интересует вся система подготовки хоккея, которая есть в хоккейном клубе «Гомель», и все наши воспитанники, они должны знать, что они получат шанс сыграть в первой команде. Взять хотя бы прошлое межсезонье. Клуб выказал полное доверие Андрею Сидоренко и обозначил солидарность взглядов руководства и наставника на комплектование состава. Гомель недвусмысленно намекнул на виновных и не стал продлевать контракты с тогдашними лидерами команды Житких и Брахманисом. Тренеру позволили завести на берега Сожа целую пачку российских легионеров. Теперь же выяснилось, что согласия в товарищах не было. Откровенно сказать, да. Мы считаем, что селекция, проведенная в прошлом сезоне, она была построена не совсем верно. Формирование команды прошлого сезона целиком и полностью было возложено на главного тренера команды на тот момент. Поэтому это было его видение, и я это видение поддержал. Но по ходу сезона, я сейчас вот уже оглядываясь назад, да, я могу сказать, что уход Брахманиса и Житких – это была потеря для клуба. Нам не суждено узнать, как сработал бы со своим составом Сидоренко. Несчастный случай не позволил тренеру продолжить сезон. В попыхах пришлось искать замену. Исполнение обязанностей главного доверили Олегу Хмылю. Оправдание новой бронзе родилось еще осенью. Ситуация произошла нештатная. Решение нужно было принимать быстро и моментально. И оглядываясь назад, скажем так, на весь прошедший сезон, я считаю, что нами было принято своевременное и правильное решение. Мы абсолютно угадали с исполняющим обязанности главного тренера нашей команды. И, по сути, наверное, получили максимальный результат из того, что можно было сделать, исправляя ситуацию по ходу сезона. Тренер не набирал команду, он не готовил ее на предсезонной подготовке. Кубок команда играла, начинала играть под руководством другого тренерского штаба. Поэтому, откровенно говоря, да, мы в некотором роде довольны этим результатом. Однако будем справедливы, Гомель в плей-офф достойно сопротивлялся Неману, даже несмотря на итоговые 0-4. Постфактум в стане чемпионов признавали, что серия с рысями была куда сложнее финала. Но опять же, в очередной раз чего-то не хватило. Мастерства, характера, желания. Поди сыщи ответ. Вы знаете, есть люди, возможно, которым, действительно, может быть, у кого-то нету такого желания. Вполне возможно. Возможно, у кого-то не хватает возможностей собственных, индивидуальных каких-то игровых качеств для того, чтобы перешагнуть эту планку. У кого-то, возможно, не хватает психологии. К сожалению, не все задуманное получилось реализовать. К сожалению, многие игроки, которые были приглашены на роль лидеров, в частности легионеры, не выполнили свою установку. Плюс от некоторых пришлось отказаться. К сожалению, на их место не получилось взять игроков, которые бы могли их заменить. Но своего рода были и причины в виде травм, которые повлияли на подготовку команды в целом. Олег Хмыль остается в Гомеле на будущий сезон, теперь уже официально главным тренером, что, несомненно, развяжет наставнику руки, и мы сможем по-настоящему оценить его труд. Рассчитываем на сотрудничество с Олегом Владимировичем Хмылем в следующем сезоне. Мы прорабатываем пока все эти вопросы, и мы очень рассчитываем на то, что этот тренер, которому удалось показать лучшее качество наших гомельских молодых воспитанников, и которому удалось собрать команду в очень непростой экстремальной ситуации, мы рассчитываем на его помощь в будущем. Ну, вы знаете, для меня первый год был, я хоть и исполнял главного, но первый год все равно пришлось работать самостоятельно, скажем так. Потому что работая раньше, в той же юности, в юниоре, это совсем другой уровень. Плюс за спиной Михаила Михайловича, здесь для меня был опыт. Поэтому продолжить его, сделать определенные выводы
из предыдущего сезона, чтобы не повторять тех ошибок, которые они были, выйти и работать в следующем году уже на положительный результат, более положительный результат, чем был. Подробности селекции выпытать не удалось. Единственное, на что ориентирован новый наставник, как и многие прежде, давать дорогу молодежи, своим воспитанникам. Возможно ли сочетать это с достижением золотого результата? Время покажет. Опять же, все зависит от молодежи. Им дается шанс, как им воспользуются они. Потому что, ну, конечно, нужна свежая кровь. Знаете, некоторые хоккеисты уже засиделись. Может быть, честно скажу, для некоторых хоккеистов было бы, может быть, и лучше покинуть Гомель, где-то перейти в другой клуб, именно для них самих, в первую очередь. Ну, а то, что молодым будем доверять, и хотелось бы от них видеть, что они, что мы еще, что мы в них не ошиблись, пускай играет, доказывает. Конечно, хотелось бы усилиться легионерами более высокого уровня, которые на самом деле были легионерами, тянули команду, вытаскивали, помогали, молодежь тянула за ними, училась чему-то. Костяк мы будем сохранять. Тут уже как бы так все определено. Единственное, конечно, хотелось бы от них, чтобы они все-таки лидерами были не только на бумаге, а и на поле. Поэтому, ну, будем пытаться доводить, доносить, что они все-таки лидеры. Плюс еще, конечно, я говорю, свежая кровь, которая вольется в наш коллектив, я думаю, что она даст толчок для тех людей, которые уже давно в команде, чтобы они немножко расшевелились и вышли на тот уровень, от которого мы их ждем. Хочется, чтобы бронзовая эпоха завершилась. Или подъемом, чего мы искренне желаем, или падением, чтобы болезненный удар спровоцировал коренные изменения и в конечном счете, надеемся, развитие. Результат у каждой команды есть только один, поэтому каждый игрок, каждый тренер и каждый руководитель клуба надеется занять первое место. Знаете, есть такая пословица, поговорка: лучше быть один раз первым, чем 2-5 раз вторым. Поэтому и здесь как бы тоже хочется быть первым. Свои мысли, свои, скажем так, знания, возможности донести до команды, воплотить в жизнь.